Осторожно, тонкий лед. Сотрудники МЧС призывают ангарчан быть внимательными к своей безопасности. Вода на реке Китой замерзла, однако толщина льда еще очень мала. К тому же опасность представляют многочисленные промоины и полыни. Просьба к родителям не оставлять детей без присмотра, особенно родители, которые, семьи, которые живут на берегу Китоя. Просьба к населению города Ангарска не выходить на лед. Официальных переправ у нас через Китой нет. Все переправы, которые через Китой люди сами натаптывают, представляют опасность. Напомним, что 3 года назад, в декабре, на Китое произошел трагический случай. Под лед угодили 4 десятилетние девочки. Одна из них погибла.